Друзья, всем привет! Сегодня у нас 4 марта 2019 года. По местному времени 10:30. Мы уже позавтракали и приехали на трансфере от гостиницы Wyndham Dubai Marina 4 звезды на пляж GBR. Смотрите, сегодня с утра уже солнечная погодка, нету абсолютно никаких облаков, есть небольшой ветерок, но ощущение гораздо теплее по сравнению с вчерашним днем. Но солнце светит уже очень ярко и по ощущениям на пляже уже очень жарко. Но опять присутствует небольшой ветерок, который создает чувство небольшой прохлады. Но это все обманчиво, потому что, друзья, вчера мы забыли крем от загара и провели этот день на пляже без крема от загара, и то, что было не прикрыто одеждой, реально обгорело. То есть у меня поджарилась шея, у меня поджарились руки, у меня поджарились ноги. Сын вообще, спина у него подгорела так довольно сильно, поэтому, друзья, очень важный совет: обязательно не забывайте ваш крем от загара и пользуйтесь этим кремом от загара, потому что, несмотря на ветер, который может присутствовать на пляже, вы реально обгорите, и этим можете испортить себе отдых. Это очень важный момент. Дальше. Ветер, он присутствует, но не такой сильный и не такой большой, как вчера. Но, тем не менее, волна чего-то сегодня больше. И она доходит глубже на пляж. То есть вчера, где мы лежали, реально как бы водичка, волна доходит до того места, где мы вчера лежали на своих покрывалах. Друзья, вот смотрите, водичка доходит именно до того места, где мы вчера лежали. Вот это вот, где заканчивается мокрый песок, как раз мы вчера там лежали. И смотрите, за моей спиной находится гостиница Rixos. Это не то, чтобы я постоянно хочу вам ее показать, просто я стою таким образом, чтобы ветер не задувал микрофон. Ветер небольшой, но если он будет задувать микрофон, то вы абсолютно ничего не услышите. И чтобы у вас был хоть какой-то, может быть, не самый лучший звук в этой видеозаписи, то приходится вести видеосъемку таким образом, чтобы ветер не задувал в микрофон видеокамеры. Вот такое у нас утро на пляже GBR в Dubai Marina, друзья. А теперь пойдем пробовать водичку. Итак, в этот день я уже взял с собой все свое снаряжение для снорклинга, то есть ласты, маску, трубку, чтобы показать вам, друзья, абсолютно все, что же можно увидеть под водой на пляже GBR, который находится в Dubai Marina. Но, собственно говоря, как бы ничего особенного интересного под водой, естественно, я вам не покажу. Потому что вода здесь мутная из-за песка. Я даже отплыл где-то метров так вот на 80 от берега, чтобы там посмотреть, может быть, там не такая каламутная водичка. Вот, но все равно абсолютно то же самое, что возле берега, что 80 метров от берега, видимости практически нет. Как видите, где-то примерно, ну, максимум может быть метр видимость под водичкой. То есть, ну, ничего абсолютно интересного с маской вы здесь не увидите. Хотя есть места в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть очень прозрачная водичка, где есть коралловый риф и много чего интересного под водой. И дальше в видео, в других видео на нашем канале PSN Travel, естественно, я все это вам покажу. И более того, покажу очень один интересный момент, но это все в отдельном видео. Так что подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе самой интересной и нужной информации о том, как путешествовать выгодно, безопасно и только с положительными впечатлениями. Итак, друзья, мы только что попробовали водичку и уже успели вместе с сыном поплавать.
Значит, по сравнению с вчерашним днем она ничем не изменилась, то есть по температуре и по ощущениям она такая же, как и вчера. Значит, только как только вы заходите в воду, ощущается небольшая прохлада, но спустя буквально 2 минуты, как вы адаптируетесь, то вода кажется уже абсолютно теплой, и вылазить из нее даже не очень и хочется. Супруга моя так и не решилась до сих пор чего-то залезть в воду. Ну, вчера, конечно, она поплавала, уже в самом конце нашего посещения пляжа GBR. Так само и для нее было по ощущениям, как только она заходила в воду, немножко прохладная водичка, но потом, когда она адаптировалась, то тоже ей уже было абсолютно тепло. Просто как-то непонятно, чего она не может так вот решиться чего-то залезть в водичку, чтобы поплавать. Дальше. Для любителей поплавать с маской, с ластами и трубками. Для тех, кто любит что-то интересное посмотреть, что-то под водой. Сегодня я взял специально ласты, маску и трубки, чтобы показать вам, что же мы можем увидеть здесь под водой. Смотрите, значит, что с краю, там, где только начинается водичка, что дальше. Я отплывал примерно на 150-200 метров от пляжа, чтобы посмотреть, что же у нас есть под водой. Абсолютно одинаково, что рядышком возле пляжа, что 200 метров от пляжа, водичка мутная из-за песка. То есть она не грязная, но ничего, абсолютно никакой видимости под водой нету. Как вы видели, все, что я снял на видеокамеру под водой, видимости никакой нету. Рыбок ничего не видно. Где-то на просторах интернета я читал, что туристы здесь видели скатов. Я вообще не представляю, как можно увидеть в такой воде скатов. Друзья, все это видели вы своими глазами. То, что у нас находится под водой на пляже GBR. Ну, ничего увидеть абсолютно невозможно. Поэтому кто любит плавать с маской, с ластами и с трубками, интересного здесь под водой ничего нету. И тащить из дому ласты как минимум, ну, смысла нет, если вы будете отдыхать на пляже только GBR.